Опять мы, студия Автолайн Запорожье, и это видео будет о том, как мы будем менять штатную магнитолу на Toyota Auris. Замена штатного головного устройства, которое шло в стандарте в Toyota, оно отличное, оно надежное, ему сносу нет, никогда не поломается, никогда не подведет. И в этом, в принципе, не состояла жалоба клиента, заказчика. Человек хочет немножко доработать свой автомобиль в плане того, что ему не хватает флеш, ему не хватает Bluetooth, ему не хватает удобства пользования магнитофоном, громкой связи, воспроизведения любых форматов трека и так далее. Для замены магнитолы нам понадобится вот такая переходная рамка. Все в цвет оригинала. Может быть, камера вам так не передает, но вот она выкрашена изначально в цвет оригинала автомобиля. Переходная рамка, там еще есть проставочки, резиночки, все монтажные моменты, но этого всего мы озвучивать вам не будем. Повторюсь еще раз, меняем штатную голову на неоригинальную сенсорную двухдиновую панель. Переходная рамочка, сама магнитола. Магнитофоны современные уже не имеют больших форматов, не имеют больших размеров. Все вот такое компактненькое, сзади входы на все моменты, здесь USB выход, здесь GPS трекеры, точнее не трекеры, GPS навигация, любые форматы воспроизведения, то есть видео, аудио, все что захотите. Подключение и установка обязательно камеры заднего хода, и камера будет ставиться наперед. Toyota Auris, Автолайт Запорожье, замена головного устройства, установка камеры заднего хода. Дальше будет, все покажем немножко позже. Продолжение видео по Ярису. Вот смотрите, демонтировали штатную магнитолу. Вот такая вот дюрочка нашей торпеде обрадовалась. Смотрите, здесь штатные разъемы. Два варианта по исполнению и установке нового MP3. Либо покупать, находить переходники для штатных разъемов. Это важно и нужно для тех людей, которые захотят когда-нибудь, хотя не понимаю, кто это может быть, установить назад штатный магнитофон. Ну и второй вариант, называйте его как хотите, колхозным, обычным, простым, стационарным, что угодно. Это убираем, демонтируем разъемы, их прикладываем к старой магнитоле и кому-то дарим, продаем, забываем. А сюда банально прикручиваем стандартный евроразъем. Смотрите, что такое японское качество. Это те магнитофоны, которые делались когда-то. Называйте это так. Это такой громадный кирпич. Кирпич весом килограмма 3-4. Здоровенная, смотрите, какая штука. Ну, здесь, конечно же, и диск, и все-все-все. Ну, и делалось, повторюсь, на века, скорее всего. Ну и вот наше великое китайское счастье. Ух, деточка. Маленькая, функциональная. Я надеюсь, это та вещь, которая принесет массу удовольствия владельцу. Auris, магнитола, камера, вперед, зад, все красиво. Продолжаем. Продолжение видео. Android. Вся ерунда. Скачивайте любые приложения, ставьте что хотите. Листайте, балуйтесь, играйте. Наполнение уже все зависит от вас. Ну и вот он, небольшой плюсик, который хотел владелец автомобиля. Камера заднего вида. Это мастер пытается снять пленочку с нее. Включили парк, получили магнитофон. Песенки поет. Включили заднюю передачу. Получили камеру заднего хода. Не переживайте, это не блики, это мастер снимает пленочку. Автолайт Запорожье, Toyota, задний ход, камера. А, кстати, камера с поворотным механизмом. Поворачивая руль, вращается и планочка. Автолайт Запорожье, ждем вас. Спасибо.